Вива Руссия! Да, здравствует Россия! Белоруссия! Она лишняя? Это Russian водка! Russian водка! С флагом завихивая и нормально будет! Russian фиеста! Флагом Me he bebido un puta mierda de esas, tío. Aquí cuando se cae un tirador pasiva. Por favor. The match, I think we have a good team, a great match, but we don't have goalkeeper, so we're losing in penalty kicks because with De Gea, the rubbish goalkeeper that we have in Spain. I'm missing Casillas, you know? When we went to the first video the penalty kicks, I say, oh my god, we are losing. Don't you guys, you know, in all the World Cup, Spain has received 7 shots and had 6 goals. So. So we need a goalkeeper. Congratulations for Russia. Ребята, выиграйте финал, пожалуйста. И сами лучше. Давайте сделаем. Расстроены, конечно, но все равно все очень хорошо играют сегодня. Поэтому идет Россия и играет во дворе. Что, пацаны, за Россию тебе? За Россию! За Россию! Aunque perdamos, ¡viva España! Если бы не Что сегодняшняя игра? Корея, Китай. Мне нравится очень деревянность. Как? Вьетнам. Я очень переживала, потому что я была Варава. С тремя испанцами, в то же время я живу. Кстати, Испания. За нас, конечно. Неожиданно, неожиданно. Это очень. Это очень неожиданно. И... А? Они очень переживали. У нас есть видео. Давайте я почувствую. Смотрите, я думаю, что выиграли 5-0. Раз это уже не впредь. Сегодня произошло, что вот этот небольшой зазор, когда Россия в этот зазор вклинивается и делает то, что там расширяет. Знаешь, дальше будет один. Я только очень надеюсь, что потом мне скажут, что поле было под контролем или нашей подложкой. Это нормально. Зазор называется Чемпион поколения поменяй. Поколение не поменяй.
Куба! 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 Ку